Всем привет, дорогие друзья, с вами Неви Шоу, и все у меня спрашивают, когда же я поотвечаю на ваши вопросики, ребят. Ну, на вопросики буду отвечать прямо сейчас. Так что, давайте, для начала я здесь открыл, себе сделал такую вот небольшую... сейчас, секунду. Ой-ой-ой-ой. Так, немножко поменьше. Так. Так. Не знаю, делать так, чтобы вам было видно. Ну ладно. Так, ребят, первый вопросик это от Майнербо. Извини, если я не так ник прочитал. Вопрос состоит в таком. Привет, Неви, я хочу спросить, сколько тебе лет и куришь ли ты? Ребят, мне 15. Мне 15 лет. И я... Да, я курю, ребят. Ну, немного, но все же да. Есть такой грешок. Так, второй вопрос от Silets. Silets. Да, вот так вот. Как часто выпуски выходят? Чувак, отвечаю тебе на этот вопрос. Я на этот вопрос отвечаю уже раз, наверное, пятый. Поскольку были такие вопросы. Вот. В принципе, я... Выпуски выходят каждый день. По 3-4 выпуска. Ну, в данный момент я выпускаю по 2-3. Так, надеюсь, ответил на твой вопрос. Третий вопрос от Саймонеда. Какой у тебя микро? У меня микро... Так, Logitech. Такой на подставочке. Может, кто знает, у Лолошки такой был. Кстати, дальше пойдут вопросы про Лолошку и про Бендера. Ну, ждите. Так. В принципе, да, Logitech такой на подставочке, прикольный микрофон. Вот. Ответил на твой вопрос, чувак. Дальше вопросик от Banned Lock. Banned Lock. Что за мышка у тебя? У меня мышка Razer Abyssus. Или Abyssus. Я не знаю, как правильно, вроде бы Razer Abyssus. Насколько я знаю. Почему у меня такая мышка? Потому что я раньше играл в Counter-Strike. Я в Counter-Strike играл 4 года. Вот. Ну, в принципе, вот, ответил на твой вопрос. Так, дальше от Скайбича вопрос. Подписан ли ты на Лолошку и чит Банеда? Да, ребят, я подписан на того и на того. Так, дальше вопрос от StreamCraft Player. Как тебе Бендер? Я, в принципе, не хотел на этот вопрос отвечать, но отвечу. К Бендеру я отношусь не очень позитивно, поскольку он меня немного бесит. Извините, но есть такое. Он меня немного бесит. Ну, в принципе, ребят... Ладно, я больше ничего про Бендера не хочу говорить, просто он меня бесит, ребят, и... Единственный выпуск, который я смотрел про Бендера... Это был выпуск, когда он с Нефёдычем играл. Там что-то лабиринт лавы был. Так. Дальше вопрос от Майнера про как дела. Ну, чувак, если тебе интересны мои дела, у меня дела замечательные. Я записываю в 9:15 по московскому времени. В принципе... Ну да, дела замечательно. Подписчики набираются. Так, дальше. Вопрос от Анонимуса. Чем занимаешься? В принципе, не хотел ругаться матом, но скажу так, ребят, я валяю хуи. Я никуда не хожу. Раньше ходил, но... Ну, я ходил намного куда, но... чем-то таким заниматься уж... Ну, уж так, что, знаете, вот по годам, вот так вот. Я таким не занимался. Так, второй... Фу, вернее, уже 9-й вопрос. Так, вопрос не знаю от кого, здесь не написано. У тебя лицуха, Майна? У меня, да, лицуха. Но сейчас я не на лицухе, потому что, как видим, у меня скин Стива. Ну, как бы стандартный скин, кто не знает. Его зовут Стив. Вот. На лицухе играю, да, конечно, ребят. Все мои выпуски происходят на лицухе. Ну, практически все. Просто у некоторых моих друзей нет лицензии.
как ты относишься к лололошке? Вот какой вопрос я ждал, ребят, спасибо вам за такой вопрос. К лололошке я отношусь очень-очень круто, он мой кумир. Вот, ну, смотрю я его, я каждый выпуск его смотрю, все выпуски смотрел. Вот, мне нравится в нем то, что его вот этот голос, ну, блин, не знаю, кому-то не нравится, говорят, что он школьник, да? Мне очень нравится его голос, у него такой офигенный голос, в принципе. Вот. Так. Лололошка, да, Лололошка крутой тип, мне, ну, его творчество мне вообще очень нравится. Вот. Вот что я могу сказать про Лололошку. Так. Еще вопросы, какие вопросы? Так, вопросы. Здесь просто очень много вопросов, штук 90, наверное, ребят, я сейчас их повыбираю. Я выбрал основных 10, но я, кажется, мне надо еще на вопросы поотвечать какие-нибудь. Так, сейчас, секундочку. Так. Угу. Так, сколько тебе лет? Я уже отвечал, мне 15. Так. Коротко ли ты пострижен? Офигенный вопрос. На данный момент под троечку. Это я постригся когда? Ну, 25 числа я постригся. Сегодня 27, напоминаю всем. 25 я постригся под троечку. До 25, признаюсь честно, у меня была чёлка. Да, небольшая, но всё-таки. Так, много кому это не понравится, но ладно, ребят, судить вам. Так, в принципе, на этом я закончу вопросики. И расскажу про мои подписчики, ребят. Ой. Подписчиков у меня 300. Вот буквально минут 10-15 назад я обновил страничку и видел, что у меня 300 подписчиков. Вот. Музычка на заднем плане играет. Ну, играет. Пускай себе играет, это даже круто. Вот. В принципе, да, 300 подписчиков, ребят, у меня. Это буквально за... Ну, за 2 недели. Неделю назад у меня было 50. Ну, мне кажется, это из-за того, что моя популярность возросла в том, что я каждый день заливаю выпуски по 4, по 3, как я уже повторял. В принципе, вот так вот мы сегодня провели такое бета-тестирование, как бы вам сказать, ну, как бы вопросики. Будет, ну, будет, в принципе, много таких выпусков, ребят, про вопросы мне, потому что у меня вопросов 90 на данный момент. Я ответил только на 11. 11 вопросов ответил. В принципе, такой вот замечательный выпуск. Я вам все рассказал. И за это, я надеюсь, вы поставите лайк. И если вы здесь впервые, подпишитесь на канал. И, конечно же, еще раз повторяю, поставьте лайк. Всем спасибо за просмотр. Пока.